Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон» крупнейшего автомобильного ателье в России. Меня зовут Алексей Крыловецкий. Я вам покажу сегодня очередной спорткар, который пополняет соответствующий плейлист, быстро набирающий обороты в преддверии летнего сезона. Это автомобиль «Chevrolet Camaro», который нам попал в руки в синем цвете, а вот салон у него был, ну, совершенно невзрачный, тканевый. И так уж получилось, что владелец этого автомобиля очень хотел для него яркие красные вставки. Именно их в таком действительно насыщенном, я даже сказал, почти что ядовитом цвете мы исполнили не только в центральной части сидения, но также и на дверях. Очень смелое решение, красные вставки на верхней части двери, не часто такое встретишь, ну и небольшая вставка на накладке кармана, все это дополнило интерьер. Конечно же, комбинация черного с красным — это классика, спортивная любая машина часто ассоциируется именно с таким сочетанием цветов, но вот выбор именно красного в синем кузове, конечно, может вызвать некоторые вопросы. Может быть, я бы предложил рассмотреть и другие варианты, например, с синим или... Ну, хотя, с другой стороны, знаете, живем один раз, хочется все попробовать, а перетяжка подобных небольших автомобилей — совсем недорогое удовольствие. И несмотря на то, что вроде бы спорткар, машина дорогая, то... И машина, кстати, машина для удовольствия, или так, машина-удовольствие, но, тем не менее, перетяжка в нашей компании за пару рабочих дней подобного автомобиля весьма доступна. Кстати, узнать сколько можно, связавшись с нами по телефону из описания. Использовали мы, как известно, для таких вот целей не натуральную кожу, эко-кожу Nappa и фактурную. И такая кожа, она переносит практически любое воздействие. В этом ее огромный плюс, ведь в спортивных машинах, залезая, вылезая, износ наступает несколько быстрее. Здесь и выражено боковая поддержка совсем не на пользу вот этому решению. Так что перетяжка салона в этом автомобиле в эко-кожу — это практичное решение, даже несмотря на выбор таких ярких цветов. Вот чего не хватает, на мой взгляд, так это замена лент ремней безопасности. Если уж мы встали на эту стезю ярких нот, ярких оттенков таких вот красного, то, конечно, и ленту ремня безопасности тоже было бы неплохо перешить и сделать ее красный, либо хотя бы черно-красный, есть и такое решение. Ну, а может быть, за ней бы потянулись и руль с подушкой руля, а также кулиска. В общем, это, знаете, такое удовольствие, которое затягивает, и перетяжка салона зачастую не дает возможности владельцу опомниться. И вот вчера ты перешил сиденье, а сегодня уже к рулю руки тянутся, а завтра и потолок захочется перешить, ну и, конечно, добавить какие-нибудь коврики с яркой красной окантовкой. Все это мы с радостью сделаем, если вы обратитесь в нашу компанию. Кстати, если вы еще не сделали этого, то призываю вас не только лайкнуть этот ролик, но также оставить пару комментариев. Ну, а если вам нравится тот контент, который мы выпускаем, то скорее подписывайтесь на наш канал и кликайте на колокольчик, чтобы следить за выходом новых серий. Я же заканчиваю и призываю вас в завершении посмотреть на то, как именно выполняются все эти работы, и увидеть анонсы будущих проектов в наших аккаунтах социальных сетей. Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Драйв2 и, конечно, в ТикТоке. Надеюсь, что в скором времени вы себе позволите симпатичный, уютный, привлекательный, яркий, насыщенный, спортивный салон в автомобиле, каким бы автомобилем вы ни обладали. Желаю вам удачи, будьте здоровы. Пока!